Так, во-первых, здравствуйте. Я проводила тестирование крема для лица дневного и с защитой от солнца УФ-15. Что я вам хочу сказать? Значит, крем очень приятный, очень быстро впитывается. Первое время, когда вбиваешь крем в кожу, немного ощущения липкости, через несколько минут это проходит. На кожу действует очень благотворно. Целый день себя чувствуешь хорошо. Кожа дышит. Еще одно преимущество этого крема, то, что его можно использовать под тональный крем или пудру тональную. Значит, видимо, он оснащен очень хорошими средствами натуральными, потому что у меня тело дряблое согласно возрасту, лицо, разумеется, тоже. И повлиять на кожу на мою очень тяжело, но этому крему удается. Мне очень нравится, и я рекомендую всем пользоваться таким кремом. И я всегда говорю и говорила, что я в восторге от тайской косметики. Спасибо производителю за такой замечательный крем. Еще один крем, который я использовала впервые, на основе экстракта улитки. Он используется для подтяжки век, для дряблой кожи, согласно моему возрасту. Мне 55 лет, и наследственно мне достались такие веки с такой дряблой кожей. Я считаю, что как бы рановато, но так получилось. И, значит, крем очень приятный, он прозрачного цвета. При нанесении на кожу чувствуешь, как только он начинает подсыхать на веках, ты чувствуешь, что натягивается кожа, подтяжка очень хорошая. И вот эти мешки, которые у меня, они подтягиваются. И еще этот крем наносится над верхней губой, если у вас имеются возрастные морщинки над губами или просто мимические. Вот. И это тоже очень хорошо помогает. Я не могу сказать, что они мне исчезли совсем, но то, что эффект есть, это однозначно. Значит, он очень приятный, он очень экономичный. Его нужно один прям миллиграммик на одно веко, на другое и над верхней губой. Значит, после того, как вы нанесли этот крем, на лицо можно наносить косметику. Вот. Или тональный крем. Вот это тоже очень хорошее преимущество этого крема. Значит, очень хорошая упаковка. Все так сделано.